Приветствую всех на канале Все про тачки. Ребята, только переобул летнюю резину, одел зимнюю, тоже покупал Michelin Ice Snow, а это Michelin Primacy Plus. Только выехал из вулканизации, то есть фактически буквально несколько метров проехал, решил сразу заснять, пока резина еще черненькая такая, еще не припачкалась. Видите, она получается направленная, да, аутсайд. Вот у нас размер, надпись Michelin, вот, по-моему, и модель Primacy Plus, вот видно. Потом Primacy — это новинка, в конце 21 года она вышла. Была просто Primacy, а Primacy Plus — это с улучшенными характеристиками всеми, как обещают производители. Потом впечатления свои вам расскажу. Также надо будет по зимней вам рассказать. Michelin Ice Snow, на которой я отъездил зиму. Но зима, кстати, была довольно мягкая в этом году. Так что ждите новых обзоров по резине. Размер у нас 205, 55, 16. Все, до новых встреч.